Детская школа искусств объявила набор на новый учебный год. Для юных саровчан приготовили общеразвивающие и предпрофессиональные программы. В общеразвивающих малышам от 6 до 9 лет будут преподавать основы исполнительного искусства, а детям от 10 до 15 помогут освоить эстрадно-джазовое искусство. Очень востребована нашими горожанами программа подготовительного отделения «Раннее эстетическое развитие», на которое мы принимаем деток с 3 лет. И также у нас есть годовые программы – это архитектура, хореография, хоровое пение. Но эти программы являются подготовительными для уже поступления на предпрофессиональные программы. Фортепиано, народные инструменты, духовые ударные инструменты, хоровое пение, хореографическое творчество и архитектуру изучают юные саровчане по предпрофессиональной программе. Возраст поступающих 6,5-9 лет. Своих талантливых учеников преподавательский состав помнит даже спустя много лет после их выпуска. Выпускники с удовольствием возвращаются в школу. Есть выпускники, которые работают в нашей школе. Екатерина Викторовна Терешкина, Ирина Николаевна Минеева. Но есть выпускники, которые сейчас обучаются, например, Московской государственной консерватории. Выпускники консерватории Московской, они приезжают к нам с концертами. Олег Худяков, Аня Рудакова, Полина Шевлягина, которая сейчас является студенткой Казанской консерватории, Алексей Колымаев, Николай Сезонов. Много. Заявление о приеме принимают в детской школе искусств по адресу улица Гагарина, дом 22. Более подробную информацию о правилах приема можно узнать по телефону 9-84-00 и 9-84-02. Анна Пелепец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.